Всем добрый день! Вы на канале Баженит и Омская область. С вами я, ведущий Влад. Зрители моего канала ко мне обращаются и просят, даже требуют, чтобы я снимал правду. Получается, что все, что я снимаю, все хорошее, яркое, красочное, все положительное. А правда на самом деле выглядит совсем иначе. Не такая правдоподобная, как я снимаю. Хорошо, значит, один из моих зрителей, он же участник из моих роликов, обратился ко мне с просьбой, в которой я не могу ему отказать. Ну, раз человек просит, я, пожалуйста, сниму. Снять проблему, значит, Саргатского района, а именно райцентра. Какая проблема? Проблема, значит, заключается в наличии жилищно-коммунального хозяйства, МУП ЖКХ. Я буквально снимал 3 числа, значит, я этот отрезочек вставлю в съемку. Сейчас я обратно повторюсь, подъеду к этому месту, где я снимал, и посмотрим вместе, как происходит мусорная реформа. Проехал немножко вперед от маслозавода, ну буквально метров 100. И напротив 196 дома и 213 встретил первый контейнер. Вот он контейнер, один стоит. Видно, что он уже полный. Стоит рядом с дорогой. Ну, метра 3, наверное, от дороги, даже меньше, 2 метра. Кто ответственный, я его не знаю, но номер контейнера 6. И, значит, на нем написано МУП ЖКХ. Контейнер полный. Когда его убирать будут, я не знаю. Напротив дом стоит, усадьба, буквально 5-6 метров. Площадка не оборудована. Проеду сейчас дальше, посмотрю еще, где контейнеры какие стоят. Посмотрю, какая их наполняемость. Но пока я встретил один контейнер. Сегодня 5 число. Обратно я подъехал к этой самой урне. Напротив 194 дома и 213. Сейчас время 11:36. Все, урна на месте, та же самая. Абсолютно пустая, все убрано. Но я не знаю, какие там были проблемы с МУП ЖКХ. Может быть, какое-то время кто-то не работал. Но я сейчас смотрю, все там убирает, все работает. Я сейчас нахожусь в конце улицы Кооперативной. Я проеду по всей улице и посмотрю еще там какие урны. Если будут они полные и не убраны, ехать из Кооперативной до самого начала ее. Напротив 9 дома сейчас нахожусь. Встретил только один еще контейнер. Контейнер пустой, но ничем, никем не подписанный. Ничего в нем нет. Я так понял, скорее всего, это личный контейнер. Потому что он стоит прямо возле самого дома. Больше контейнеров я не встречал. Я съездил, конечно, еще на другие улицы. Посмотрю, есть ли там вообще контейнеры. Встречу, еще раз покажу. Доехал я до конца улицы Кооперативной. Но это не конец, наверное, скорее всего, начало. Возле 4 дома урна стоит. Но я так понял, что это, скорее всего, личная. Тоже абсолютно пустая. Сейчас я, в общем, до самого СПТУ доезжаю. Больше урны я не встречал, а ту же урну я напротив тоже показываю. Я так тоже понимаю, что она частная урна. Нигде никакой свалки я не увидел. Так, сейчас поверну в сторону магазина «Маяк». Тут тоже стоит урна. Сегодня 5 июня, дело к обеду. 12:46 время. Сейчас заедем еще на одну проблемную улицу в райцентре. Эта улица у нас какая? Это улица Советская. И вот от начала, от объездной, сейчас проедем ее от начала до конца и посмотрим, есть ли тут место для хранения мусора. Ну, еще посмотрим, как протекает у нас в райцентре мусорная реформа. Если где будут урны, остановимся, я покажу.
и посмотрим сразу, в каком они состоянии, полные или пустые, или есть ли место под мусор. Улица асфальтированная, одна из старейших улиц поселка. Асфальтированная улица, улица узенькая. Но ехать думаю, можно. Не вижу, нормально. Так. Ну напротив 75-й дом. Вижу контейнер. Стоит. Ну я не знаю, частный он или МУП ЖКХ. МУП ЖКХ, наверное, должен быть подписанный. Других контейнеров я сейчас пока еще не увидел. Смотрим. Покажи, как вода течет. Ехали до конца улицы Советской. Ну контейнеров я тут не увидел. Здесь вообще улица уходит в речку, если разогнаться, не тормозить. В общем, да. Проехал я по двум основным проблемным улицам. Это Кооперативная и Советская. Контейнеров я увидел только на одном, МУП ЖКХовский контейнер, подписанный был. На остальных контейнеры, видимо, так стоят, они часто практиковалось такое до начала мусорной реформы. Имел участник свой контейнер, но как он накапливался, заказывал машину и, значит, оплачивал, его забирали. Как не знаю, как у остальных улицах, у меня просто сейчас пока нет возможности проехать. Но я проеду, посмотрю и покажу. Квартал я проезжал, сейчас у меня, если на камере сохранится съемка, я тоже покажу. Но там тоже место огороженное, там всегда была мусорка в хорошем состоянии. Я там даже видел, что сортируется. Кому была моя информация интересна или полезна, подпишитесь на канал, поставьте лайк или дизлайк. Не забудьте нажать колокольчик. Всем пока!